Всем снова доброго времени суток. И хотя у меня закончилась видеозапись, случайно батарейка на моменте, когда я снимал красивые постройки, которые мы с Михаилом построили. Вот я поменял батарейку, вернулся в номер. Вот наш отель с внутренней стороны, тут такие же отели. И самое главное, здесь, как вы видите, есть мега-бассейн. А возле мега-бассейна спряталась Каминская. Вот она нычкуется, которая совсем потеряла страх. И хотя я говорил, если ты спишь, то спи дома, а не у бассейна. Каминская, как ты объяснишь себе вот это такое поведение всем людям? Что это ты глаза свои спрятала? Пойдем, откроешь мне номер и намажешь меня маслом. Мы идем... Ты уже сгорел? Да, я уже сгорел, и мы идем фоткаться. Куда? Ну куда? По городу, туда. Сейчас же жарко. Ну вот как раз потому и идем. И мне нужно переодеться, я же не буду в черном ходить. Вот карточка. А мазать меня кто будет? Пойдем. Вставай, вставай, давай. И Маричка там тебя чекает на пляже. А хочет? Хочешь, чтобы ты к ней пришла, покупалась? А да. Не хочешь туда на пляж? А что, это тоже... Там уже море нагрелось. Это уже не модно. Не модно. Ты что? Что ты думала? Что ты вот это свои глаза спрятала? А ну, ну и как, покупалась? Нет. Чего? Я только проснулась. Да? Чем же ты там была так занята? Спала. Спала? Вот, вот такое вот Коста-Браво. Вы видели озеро, это море, а теперь вы видите искусственное море. Тут вообще голубенькая вода, как положено. Никто туда не писает. Да, Каминская? Я точно не писала. Вот, вот такой вот отель. Это 4 звезды для Коста-Браво. Очень интересные елки тут растут. Они вообще без иголок. Специальная порода елок. Ну, мы пойдем дальше в номер, да? О, как хорошо, люди тут пьют пиво. О, надо здесь лежать, там пива нет, а тут есть пиво. Тенек. А я уже сгорел, видишь? С Мишей. А Миша пришел, чтобы взять фотики, я пришел, чтобы взять фотик. А еще мне нужно поменять в камере карточку, потому что я уже 16 их путевых заметок написал-то. Их надо опубликовать. Ну, как тебе на Коста-Браво? Ой, мне очень нравится. А погода? Как тебе этот вечно зеленый край, где всегда светит солнце, везде всегда теплая вода? Ну, ты почувствовала я это? Я здесь долго не смогла, потому что я сгораю. Но ну. Вообще, как у меня больного кожа, так отлично, прогревает все. Это я, это Каминская. Вы видите меня сейчас чисто расслабленном виде. А Каминскую тоже вы видите. Чисто растрепанную. Чисто растрепанную. Так, ну потом вернешься, или ты пойдешь на пляж. А вот и народ, идем туда. Туда, еще туда. Вот. И вот мы поднимаемся по лестнице, сделаем так и быть экскурсия. Я стучал минут 15. Ну потому что я хотел понять, почему меня мокрого, замученного никто не пускает. Обгоревшего. У меня уже чувствую, как у меня шелестит. Ну, я фоткаться буду. Вернее, я буду фоткать. Я же тебя просил, уходя, не оставляй всю электронику. Открывай. Даже она спросила, хочешь? Нет. Он такой, руки. О, видите? И такой вот номерок. Я номер не снимал, но вот тут туалет, ванна, биде. Биде есть обязательно. Куча всякой барахлишки. Я голову мыть не буду. Персики, ради арбуз. Куча электроники, которую нужно было заряжать. Так, все зарядилось, судя по тому, что оно горит зелененьким. А, так, что у нас осталось? Иди покормиться. Вид с окна снять, да? Вот. Что, ну, пойди к Маричке, она нас чекает. Ну, вообще-то она просила ее забрать. Сейчас Михайло подойдет. И тут вот, в этом селе даже ездит автобус. Вы видите автобус, вы видите толпы народа, которые... Едет машина, припаркована там. А, куча такси, причем такси разнобой. В основном большие. Типа Superb. Все мне мазать. Ну и тут напротив еще один. Ну, тут, так понимаю, апартаменты, которые сдаются в аренду. И куча прогуливающихся людей. Вот и все, Коста-Браво. Вот такая погодка. Сейчас, кстати, у нас сколько? 15, 26 градусов, что ли? Или 36?
Зараз подивимося. Не побачив. І ще разок. Ну, ну. 26 градусов. Не жарко достаточно. И опять пошли тучки. Тучки красивые. Я надеюсь, чуть ближе к вечеру они придут, и мы сможем... Мы такой замок построили. Ёлки. Ёлка, как говорит наш президент. Новоричная ёлка. Вот, Каминская. Каминская, ты где? Тут прохладно, хорошо, даже с выключенным кондишеном. Но мы сейчас включим кондишен на полную мощность, на максимальное охлаждение. И да, и не да. Ну вот, собственно говоря, и весь наш отдых. Да? То есть первый этаж, квартал или 5 минут до моря. Дальше, мне, даже дальше, чем мне до работы. И вон толпа уже валит с моря, потому что жарко становится. Как вы видите, что, Игорь? Могу сказать, я вот только что лежала на возле бассейна, и могу сказать, что когда играли аниматоры с детьми, да, то самыми агрессивными детьми были русские. Они топили, били, толкали руками. Никакой играли. Ты что говоришь такое? Немцы. Вот. И, не знаю, но настолько что-то какие-то они. А я тебе могу сказать, что я слышал на пляже. И пришли русские, говорят, ой, смотри, сколько наших. Говорят, ну скоро тут все будет наше. Я тут тоже пока спала, очень много русских, но, к сожалению, культуры никакой. О, да. А вон и полицейские уже приехали кого-то забирать. А, арестовывают машины, видишь? Просто если вы рожаете детей, то может как-то хотя бы 10 минут в день будете уделять воспитание. Потому что то, что я увидела, как педагог, это мрак. Это мрак. Вот что говорит вам настоящий педагог. Мрак! Вот он, вот как выглядит мрак. Видите, мы заходим в сумрак. Выйти ты из сумрака. Почти, да. Сейчас будет жарко. Я уже закончил.